Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Новый активный циклон на севере Западной Сибири разворачивает встречные волны тепла и холода. А на юге Сибири небольшой дождливый циклон пока теряет энергию и быстро слабеет, ожидая поддержки севера. Далее более подробный прогноз. Во вторник, 21 мая, в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. За окном в ночные часы около плюс 10, а в дневное время воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Теперь прогноз на последующие двое суток. 22 мая ночью без осадков и от 8 до 10 градусов выше 0. Днем небольшой дождь и столбик термометра покажет плюс 17-19 градусов. 23-го погода без осадков. В темное время суток плюс 8-10, в дневные часы синоптики прогнозируют плюс 20-22. Компания «Правильно сидим» представляет растущие парты и кресла для детей и взрослых. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом все. Желаю удачного дня!